Че, парни, двигаем, в общем, на новое место работы. Сейчас я вам покажу кораблик, на котором мы пойдем завтра, послезавтра в море на днях. Вот, будем смотреть, изучать, что к чему. Погода у нас сейчас вообще конкретно поменялась. Шел дождь, потом снег, потом опять дождь. Сейчас вообще вот ливняка пробивается. Залив у нас ничего не меняется. Все как было, так и осталось. Вот даже видно, как снег новый выпал, просто свежий. Его уж дождем, конечно, разбило. Но ничего не меняет. Вот так наше судно выглядит. Сегодня выход. Точнее, уже завтрашние сутки, 4 утра. Будет выход. Уже второй. А если вдруг не повезет, значит такова дорога. Но как ни крути, ее придется пройти. Жизнь у нас одна, но один это немного. Но нас тут так много, и мы все как короли. Мы не богаты, но как короли. Кайфуем дни и ночи, тазари. За то, что связаны кварталами. Нас называют хулиганами. Мы не богаты, но как короли. Кайфуем дни и ночи, тазари. За то, что связаны кварталами. Сейчас вот трал тянем, будем доставать. Вон там корабль стоит большой, вон он раз, потом где-то второй здесь был, а вон он два, корабль, все у нас нормально, с Саней работаем мы тоже. Такая кишка моего, ё-моё. Сейчас на левый борт заваливать надо. Охереть. Ну, 60 есть. 50 точно есть. Во как. Так выглядит рабочее место в цеху. Вот она мойва. Вот они палеты. Вот это вот брикеты. Стелится клеенка. Сюда сыпется мойва. Саня, наливальщик мойвы. Вот так этот процесс наливальщик. Весь идет. Фасовщик, ёпта, наливальщик, блядь. Фасовщик. Наливает стакан, нахуй. Наливальщик, блядь. Стаканов тут нет, увы. Это наш кухонный боец Василий. Короче, вот так работаем. Третий кадр еще... покажи, бля, ебучая. О, вот это самое зло. Вот это самое зло. Да ё-моё. Вот так оно выглядит, это зло. Короче, вот эти брикеты туда суются, потом еще три вот так. В общем, 120 штук здесь. Вот таких брикетов. Один брикет 11200. Вот оно золото, блядь, золото там. Золото Саяны, блядь. Золото Баренцева. А, надо стелить уже. Так, ладно. Движуха пошла. Сейчас будем стелить. Сейчас, подожди, Сань. Вот выглядит самый сложный процесс. В этой сфере. Выбивание. Из морозилки рыбы. Давай, Саня. Уех. Пошла торпеда. И вот так весь день.
трудиться весь день, весь рабочий день. Выбиваем, забиваем. Забивать будем сейчас вот этим вот. Все вот сюда же, таким же макаром. 2 часа заморозки. И идет вот все это на конвейер туда, к Сане. Ко мне также. Выбиваю я тоже, мы сейчас просто меняемся, сейчас его очередь, следующий холодильник моя очередь, потом еще холодильник. И там 2 холодильника другие по 15 килограмм. Этот брикет 11-200. Один. Их тут 120 штук. Какой я красный, всем уже видно, наверное. Какой красный. А самое главное, рабочий дух. Саня, давай! Весь процесс начинается с данного этапа, когда мы забиваем камеры. Камера забивается таким образом. Один подает, а остальные складывают, то есть трамбуют. Все нормально у нас. Сейчас я тоже приступаю к работе, одеваю перчаточки, снимать некогда тоже. Ребята устали, тоже все работаем. В общем, такой процесс у нас длится минут 10-15. Все, двигаю работы. Помогать. Вот он, процесс завершен по одной камере, и таких еще 8 штук за смену. Самый интересный и самый, наверное, Давай, возьми свою коробку, блядь. Самый лучший момент — это зажать камеру в пресс. В этом деле самый легкий процесс, блин. Все, двигаем дальше на следующую камеру. Саня! И все по кругу, блин. Да. Вот такая движуха, такая работа. Там парни отбирают рыбку, крупную и мелкую. А здесь мы ее уже пасуем. Все четко, все ровно. Все, рабочая лапка закончилась, парни замываются, там все нормально. Свою отпахали, завтра, наверное, крайняя смена. Ну вот, собственно, то долгожданное окончание рейса, когда мы подходим уже к Мурманску. Конечно, не видно ничего на мою супер камеру, но мы идем уже по заливу, собственно. И все у нас хорошо. Снова. Первый рейс у нас прошел отлично, все супер, в ожидании чудес. А сейчас у нас идет разгрузка рыбы, выгрузка. Находимся мы в Мурманске, краны у нас работают, сейчас выгружают рыбку нашу, моевочку. Мы находимся на мостике. Тяжелая работа. Но мы справились со всем этим. В
Время у нас уже утро просто. Сейчас пересменочка там у ребят на кранах. Вот. Три лишних брикета закинули. В общем, время утро. Ждем перемен. Желаете быть моряком? Приноси корзину. Самая вкусная рыбка. Это вот по... это сейчас выгребим и на продажу. Это да, это потом у вас будет на прилавках, как этот. Вон аппетит. Вяленая, блядь.